Очень сложный вопрос, на самом деле. Я не то что... Вот, честно говоря, в душе, общаясь с теми людьми, которые в Крыму, это, ну, не мои родные, это родные моей супруги, это друзья их, но и мои уже друзья, потому что я с ними знаком. Я ни одного... И сказать о том, что они там какие-то крутые бизнесмены или кто-то там военный, нет. Но был такой случай, когда мы по скайпу, ну, как по видеосвязи, по скайпу можно говорить, да? По скайпу разговаривали, и мне показывали вот эти русские паспорта, вот наконец-то мы вернулись домой, они были радостные. С одной стороны, говорить о том, что люди провели референдум, дали возможность провести референдум. Да, проголосовали. Много, конечно, будут говорить о том, что это под дулами, пистолетами, но с теми людьми, с которыми я общался, их никто не заставлял. Они шли и действительно высказывали свое мнение. И когда это начинается, зря мы это делали или не зря это делали, у меня возникает вопрос, почему мы прислушиваемся к мнению единиц каких-то, но не прислушиваемся к мнению большинства людей, которые действительно этого, наверное, хотели. И почему-то их слова, их голос мы в расчет не принимаем. Потому что такое ощущение, что мы всю все-таки не забываем, все-таки народ — это сила. И если действительно в какой-то той или иной стране провести референдум, также мы и слышали, когда Шотландия, да, которым не дали возможность ничего произвести, хотя у них было желание. Та же история в Италии, да, насколько я, или Испания. Ну, неважно, тоже везде есть люди, и в Америке там кто-то хотел освободиться. Может быть, это все информация, я зомбирован на телевидении, мне внушает это. Но я иду по ощущению, как бы, причины и следствия. И вот сейчас говорить о том, что зря или не зря, наверное, говорят о том, что вот санкции из-за этого получили, мы теперь хуже живем. Но, ребят, что-то как-то эгоистично звучит это. Ну, отдали бы Крым или что-то, не говоря уже там о всяких геополитических войнах, там, разместили НАТО свои базы или не разместили, американский флот вошел бы или не вошел, но вот просто чисто по-человечески. Вот я просто представляю эту ситуацию. Вот как бы люди Крыма проголосовали за воссоединение, а мы им говорим: не, ребята, мы боимся, мы не будем, у нас это убьет, нам стукнет это по кошельку, мы будем меньше зарабатывать, у нас будет не столько много валюты, мы не будем есть устрицы там с какого-то Средиземного моря, да, так что извините, хоть вы и провели референдум, ну, решайте проблемы сами, но, как говорится, ничего личного, только бизнес, куда еще страшнее фразы, может быть. Ну да, кинули, как говорится, клич всем, всей этой системе. Может быть, какая-то своя система. Но, ребята, ну, давайте уже производить свои шоколадки. Есть свои мидии, есть свой сыр, ну, в конце концов. Для меня это, ну, какой-то хороший отчасти знак. Да, наверное, с потерями. Но не без этого. У каждого человека всегда надо в жизни что-то выбирать.